Доброе субботнее утро. Здравствуйте, дорогие подписчики. Мы с вами присутствуем на первом этапе Кубка Южного Федерального Округа по трофи-спринту. Мы заявились в класс «Нива открытая». Заявка у нас. Сейчас пройдем техкомиссию и поедем. Ну, в смысле, сначала подождем своей очереди, своего класса старта, а потом поедем. Проходить будет у нас вот в этой низине. Мы в городе Сальске, Ростовской области, ну точнее около города Сальска. Трасса будет мокрая, грязная. Вчера прошел отличный дождь и подпортил гражданским машинам въезд, но зато сделал нашу трассу намного веселее. А, вот, я так понимаю, одно из препятствий будет зрительских — шоу-точка. Нам тут водички наливают. Это штурман торпеды. Мы сюда едем или сюда спорт едет? Все сюда? Нам пизда. Глубоко, да. Ух, сегодня покупаемся мы с тобой, да? Константин, не курите в кадре, пожалуйста. Поехали домой. Вот, познакомились с парнями из города Ростова-на-Дону. Жили в одном отеле. Хорошие парни. Две пневмоблокировки питерские. 33-й Сильвера на 16-м диске. И вот это, я так понимаю, соперники торпеды. Он заявился в класс спорт. Такие котлетки. Прям ух. Все, техком прошли, номера получили, все хорошо. Пошли клеить на машину и ждем старта, все. Наставление от Толика. Стравились как в лесу, но Толян говорит: нет, разуемся, давайте побольше. Наш козырный номер — двоечка. Костян, почему двоечка? Да, больше десятки. Чего цифра 2? Нравится. Что, так, просто нравится. Грязевой кураж. Все, все потихоньку проходят техкомиссию. Прибывают еще участники. В общем, нормально. Короче, самая приятная машина из НИФ сегодня уж точно. Просто все по-гоношному. Лаконично, красиво, просто, но функционально. В общем, кайф. Лайк. Вот такое решение по мосту с панарой. Все вроде как усилено, но в то же время легенькое. Такие маленькие. Вот это вот Химера. Мы недавно ее выкладывали в своем инстаграме. У нее УАЗовский мотор. Турбированный. Стоят жидкостные отбойники. По-моему, они не пневмо. Два мотора голды. Мама моя родненькая, сколько всяких тумблерочков. И две лебедки. Одна в базе, получается, другая спереди. Вот такая вот пушка. Ребята, ну, в первый раз я в таком формате снимаю. Может быть, где-то что-то оговариваюсь, может быть, где-то что-то неправильно говорю. Где-то, может, конечно, и речь моя хромает. Вы меня уж простите. Пытаюсь показать, как есть все. Толик, к сожалению, сегодня не участвует, зато приехал Азамат на торпеде. Класс спорт.
Нифига. Так, идем обход трассы, смотрим. Спускаемся и по коридору пошли. Здесь и боком, и вниз прыгать. Дальше по накатанному. Вот этот бугорчик будет, ребятки. Ой-ой-ой, какой интересный. Прямо вот тут можно вставать. Тут небольшой перегончик такой, где-то километр-полтора извилистый. И вот идем на бугры, на барханы, на мягкие барханы. Ну вот барханы, мы оттуда заезжаем. И по вот этой вот мягкой глине насыпной едем. We'll be right back.
Что, ребята, откатали мы сессию, откатали свою категорию. За полтора часа мы проехали 4 круга без сильных поломок, но с нюансами. Первый раз, в принципе, сырой, это нормально, я считаю. Погнули якорь, порвали трос, оторвали крючок. Ну, в общем, все с якорем связано, с лебедкой. Пневма немножко выеживалась, но ничего. Так что сейчас еще 2 класса и подводим, будут подводить результаты. Еще 3 класса? О, мы тут до вечера. Что я хочу сказать? В принципе, то, что мы доехали, это хорошо. Потому что у нас было 10 или 11 машин на старте в нашем классе. И вот, видите, такой результат. Не все машины доехали. Вот эти парни сошли. Еще одна белая хорошо шла, сошла. И не видно тоже. Получается, ростовские парни, с которыми мы познакомились, Женя, у них на последнем круге из-за стартера, получается, не завелась машина, он не доехал до финиша, а это аннулирование результата, что очень обидно на самом деле. То есть ты шел, 6 кругов за полтора часа проехал, допустим, в темпе на второе, третье место шел, да, а потом из-за стартера просто не получилось у тебя финишировать, и результат аннулировался. Сейчас едет класс туризм уже, и давайте посмотрим. Парни, конечно, сегодня бьются достойно в двух категориях. Сборные участников категории. Перевороты. Это их УАЗик ударил. Предварительно состоится 15 в двух часов категориях. В двух через категориях. 20 минут, в общем. Категория спорт стартует в 15 часов 30 минут. Предварительная информация. Два переворота в лужу. Это, конечно, сильно. Это сильно. Олежа, твои комментарии. 32-е симаки. Ну, по факту 33-е они. Смотри, какой якорь маленький. Маленький, аккуратненький якорь. Just to know what you knew best.
to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start. Время 5:30 вечера, через 20 минут старт у категории Extreme, переделывают трассу. Нива, спорт, туризм проезжали вон там, а сейчас закрыли полностью лужу и нужно будет нырять вот в этот мочак, и я здесь буду стоять снимать для вас. Так, собираются по категории Extreme, вот такие вот котлеты, Патрол, Химера, УАЗ турбомотор. И вот это я не знаю, что это. Там и нашел.
движение отличное. Уважаемые зрители, к сожалению, мы не имеем возможности досмотреть это все дело до финала и награждения, потому что, ну, вывесили промежуточные результаты. У нас 5-е место за 4 круга. Мы, к сожалению, не заняли в этот раз полку. И просто 2 часа смотреть за котлетами и потом ждать вручения подсчетов, это еще 3 часа. У нас нет возможности, потому что время уже 8 почти вечера, а нам ехать еще 7 часов домой. Поэтому мы поехали. А вам удачи. Спасибо, что были с нами. Это первый опыт снятия такого влога, не покатушек именно, а рассказать, что и как получается. И я надеюсь, вам понравилось. Всем большой удачи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если не нравится, дизлайки. Комментируйте, что не так. И мы будем пытаться усовершенствовать наши навыки, съемки и покатушках. В общем, ребятки, всем огромной удачи и пока. Мы домой.